В Москве задержана международная группировка из 7 человек, которую удалось вывести в тень 26 миллиардов рублей. Об этом сегодня сообщили в МВД. По информации ведомства, в распоряжении преступников находились реквизиты более 100 юридических лиц, в том числе компаний, нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков Лихтенштейна. Они приобретали для клиентов валюту в подконтрольных организациях, якобы продающих золотые и серебряные монеты и скупающих металл у населения. Только за два последних года им удалось заработать почти 400 миллионов рублей.